Сегодня мы с вами поговорим немножко про 102-ю и 103-ю страницы трактата Китубот. И здесь уже подходит ближе к концу очередной перек, да, он довольно короткий перек, 12-й. Еще осталась одна потом страница. И на 102-й странице я хотел только одну вещь обсудить. Здесь упоминается вскользь идея, что когда, допустим, разводятся родители, не только при разводе, но чаще всего сегодня такая ситуация возникает при разводе. Если, например, не могут поделить, у кого будут дети, то по умолчанию здесь упоминается, что дочка находится при матери. И так действительно закон. То есть, если отец и мать хотят, чтобы дочка жила с ними, то обычно дочка живет у матери. В отличие от сына, после определенного возраста, обычно после 6 лет, совсем маленькие дети тоже, им больше нужна мать в каком-то смысле, но после 6 лет обычно закон, что мальчик живет у отца. Конечно, бывают разные исключения. Я видел, например, Шуву Раби Моше Штарнбуха в одном из вопросов и ответов. Он постановил как раз наоборот. Увидели, что в данном конкретном случае такая семья была, что хорошо будет у мальчика с мамой остаться, а у девочки с отцом. Ну вот по умолчанию действительно то, что здесь упомянуто вскользь, в других местах обсуждается подробней, что дочка, она больше, видимо, научится от матери женским вещам, и поэтому лучше ей быть с матерью, как правило, по умолчанию. А сын, да, с определенного возраста, отца основная мицва обучать его Торе, и поэтому лучше, если он будет у отца. Вторая деталь здесь, кстати, есть здесь одна гирса очень странная, насчет какого-то мальчика, которого оставили в семье наследников, да, был случай, когда человек уже умер, но если мальчика оставить в семье наследников, которые пытаются получить, да, наследство вместо него, то они могут даже его убить. Хасвишалом был такой случай. Тут это связано, на самом деле, здесь, знаете, очень интересно, что это гирса, что здесь точно произошло, что, да, страшная вещь, у евреев вообще очень редко убийство происходит. Может, это не было специально сделано, было то, что по-английски называют manslaughter, как-то они, видимо, так отнеслись к нему остальные наследники, что, может, ударили его, например, он как-то упал неудачно, умер. Но как бы там ни было, говорится, что его убили в первый же вечер. Но, видимо, какие-то из... Знаете, ведь на евреев все время были доносы, что якобы мы используем христианскую кровь для Песаха. Более глупую вещь придумать невозможно. Вообще никакую кровь ни для чего не используем. Вообще есть нельзя кровь. Тем более в мацу. Кровь человеческую помещать в мацу. Какая противная вещь. И, кстати, она, скорее всего, тогда не будет кошерной маца тоже, потому что будет хамец, скорее всего. Да? Кровь, возможно. Я не знаю, на самом деле, кровь может ли привести к тому, что квашение быстрее произойдет. У нас маца делается очень просто. Это самая простая пища. Вода и мука. Больше ничего там нету. Мы даже соль не добавляем в саму мацу, в тесто мацы. Вот. А ашкеназские обычаи, что и во время сейдера тоже мы не окунаем мацу в соль. Да, маца у нас очень простая, и уж, конечно, никаких ингредиентов, подобных крови, вообще такая отвратительная вещь. Кто такой мог придумать такой навет, вот этот кровавый навет, да, что якобы мы используем христианскую кровь для мацы. Так вот, они в том числе пытались найти хоть что-то, что, по их мнению, может как-то это поддержать. И, видимо, была какая-то гирса, которую, может быть, действительно такая гирса существовала, может, ее специально говорили наши ненавистники, что якобы этого мальчика убили перед Песохом. Типа, если уж они своего еврея зарезали перед Песохом и сделали из этого, да, те, кто на нас навет придумывали, да, они, соответственно, говорили, что это было ритуальное убийство, так тем более будет чужих, да, если уж они своего убили. Но там все понятно в нашей суге, что речь шла о том, что убили мальчика, чтобы унаследовать, да, чтобы он не отнимал от них наследство. Что тоже, конечно, ужасно, но, по крайней мере, ритуальных убийств у нас никогда не было, что приносили жертву или там взяли кровь для чего-то, хасвишалу. Следующее описывается на следующей странице Мишна, что если вдова хочет остаться в доме своего мужа, мы ее не выгоняем. И она продолжает, так сказать, использовать то, что, да, то, к чему она привыкла в доме мужа, и они должны продолжать ее кормить. Она же может не требовать сразу китубу. Если она потребует китубу, то после этого ее уже кормить не обязаны остальные наследники. Но если она не требует китубу, она может продолжать там жить, как она привыкла при жизни мужа. Так вот, в том числе из-за этого сюда поместили большую агаду. Наша страница одна из немногих страниц в нашем трактате, где много агады. Самые большие отрывки агады будут в конце нашего трактата.
Да, в последнем Переке будут агады про как важно, какая огромная мицва жить в земле Израиля. И там же будет вот эта очень спорная и известная тема, связанная с современным политическим сионизмом, а именно, когда будет сказано, что мы как бы поклялись не силой не попытаться получить раньше времени святую землю назад. То есть при том, что на индивидууме есть мицва жить в земле Израиля, если человек может и живет в земле Израиля, это особая мицва, но при этом как нация мы не можем пытаться всех привести в Израиль раньше времени и тем более силой попытаться завоевать его. Вот вопрос современного сионизма возникнет, мы это будем подробнее обсуждать, когда дойдем. Это очень интересная тема. Там больше всего агады. Но и на нашей странице немало агадот. Потому что раз уже говорится про вдову, которая осталась, то стали обсуждать Рэби, то есть Раби Гуда Анаси, и его вдову, которая осталась. Он там в том числе сказал своим детям, у него, видимо, последняя его жена была не их мама, а была мачеха. И он сказал, чтобы они ее продолжали уважать даже после его смерти. И заодно тому дописывают другие повеления Рэби перед смертью. Очень много интересного. Я все приводить не буду. Здесь огромное, да. Обычно, когда много Агады, то там вообще больше текста Талмуда, потому что Раши и Тосафот мало комментируют Агаду. Поэтому получается, раз мало текста Раши и Тосафот, то больше текста самой Геморы. Поэтому перевести все это за один короткий урок невозможно, но если вы хотите, вы почитайте. Очень интересное повеление Рэби перед смертью. Но одну деталь, которую я хочу здесь обсудить немножко, очень странная агада. Есть некоторые эти агады, легенды настолько странные, что действительно комментаторы очень имеют большую сложность как-то пытаться это объяснить в свете того, что мы знаем. Поэтому говорят, что мы не учим из агады. Эйна ламдимина агадот. Это, кстати, будет тема еще раз поднята, когда мы будем говорить о политическом сионизме. Опять же, это же тоже агада, вот идея, что евреи не должны подниматься на землю Израиля бехома, так сказать, стеной завоевывать землю Израиля толпой. Вот, что это все-таки Агада, насколько Агада вообще должна влиять на практические акции наши, это большой вопрос. Ну, как бы там ни было, вот здесь Агада вообще очень странная. А именно говорится следующее, что вышел голос с неба, так сказать, что все, кто были во время оплакивания Рэби, видимо, когда он умер, но может быть через год во время Йорцайта, есть такое мнение тоже, но когда бы это ни было, что все они получат часть в будущем мире. И, судя по всему, имеется не просто даже часть в будущем мире, а особая, да, то, что называется мизуман. По мнению Аризаля, это самый лучший из всех уровней. Не просто человек часть имеет в будущем мире, а он приготовлен, так сказать, мизуман, приготовлен для будущего мира. Мизуман лихае олам аба. Так вот, был какой-то там ковес, то есть человек, которого прачи, да, тот, кто стирает белье, это его профессия. Был какой-то ковес, и он не пришел. И он так расстроился, что он не получил вот эту особую часть в будущем мире, что он взял и спрыгнул с крыши или упал с крыши. И тогда вышел голос с неба, что и он получит часть в будущем мире. И это все очень странно, потому что, во-первых, у нас запрещено кончать жизнь самоубийством, да, и вообще удивительная вещь, да, что его такое впечатление, что он за это получил что ли, часть в будущем мире, за то, что он кончил жизнь самоубийством, то все наоборот же, еврейская хашкафа, что это запрещено, и Хазаль об этом говорят не раз. Поэтому попытка, так сказать, эту агаду как-то хоть объяснить. Есть те, кто говорят, что он не специально спрыгнул с крыши, а просто он от горя упал с крыши. Может быть, он хотел себя просто какое-то мучение себе принести от горя, но в результате погиб. Но Всевышний ему засчитал, так сказать, его старания и да, то, что он так расстроился, что он не был во время оплакивания Рэби, и поэтому он получил часть в будущем мире. Другие говорят, что, может быть, у него был какой-то другой грех, и так немножко из Иерушалми выглядит. Что это за что-то другое он заслужил смерти. Но все равно, на самом деле, по закону, даже если человек заслуживает смерти, допустим, он по закону, если были бы свидетели предупреждения, он бы должен был бы получить наказание смерти. Все равно он не имеет права сам себя убить. И вообще никто его не имеет права убивать. По закону у нас только если есть, так сказать, суд и приговор, только тогда можно было человека приговорить к смерти. Но если человек сам решил в знак раскаяния закончить жизнь самоубийством, обычно это не считается правильным. Никакой раввин так человеку не скажет. Иногда раввины, человек, который очень сильно согрешил, предлагают какие-то добровольные страдания, там посты, например, или бывали случаи, когда человек говорит, не живи в одном городе больше, чем один день, то есть каждый день будешь ездить, да, переезжать, как скиталец становишься, кроме суббот, конечно. Что в будние дни будешь скитаться из города в город или просить подаяния. Были случаи, когда особо грешные люди, им какой-то седер шува делали на сколько-то лет, например, очень тяжелый. Но так, чтобы человек сказали, убей себя, хасвишалом, такого никогда не было. И это полностью противоречит стандартному еврейскому закону и хашкафе, да, еврейскому мировоззрению.
Да, человеку нужно жить. Раз Всевышний нас не забрал из этого мира, мы должны, даже если мы очень грешны, попытаться раскаяться и исправиться, но не убивать себя, хас вишалом. Не это Всевышний от нас хочет. Когда надо будет, Всевышний заберет, как говорится. Бог дал, Бог взял, да, он заберет человека из этого мира, когда придет его время. Поэтому эта история вот с этим Ковесом, этим стиральщиком белья, да, не очень ясно, о чем точно тут речь. В конце тут, кстати, обсуждается заодно вообще разные симаним, так сказать, знаки, каким образом хорошо или плохо умирать. Вот, например, недавно был Йом-Кипур, да, когда лучше умирать, до Йом-Кипура или после? После, да, чтобы человек получил капару, чтобы он успел искупление получить. Значит, если умер сразу до Йом-Кипура, это нехороший знак. После Йом-Кипура хороший. А вот в субботу наоборот. Хорошо умереть до субботы, а не после. Есть такая идея каббалистическая, тоже, что в пятницу особенно хорошо человеку быть похороненным. Поэтому человек умер, хоронят же обычно очень быстро, стараются похоронить в тот же день. Поэтому человек умер, например, в пятницу, его сразу похоронили, это очень хорошо считается. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.